Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Всем привет! Время летит быстро, а у меня ощущение, что в КВН оно летит еще быстрее. Вот зимой с помощью наших молодых участников мы сформировали новый сезон. Весна определила четверть финалистов и уже начала мерить их силами. А после сегодняшней игры мы с вами можем даже почувствовать себя в осени, поскольку именно сегодня мы узнаем имена всех осенних полуфиналистов. Напомню, три команды уже ясны. Вторая тройка определится сегодня. Ну что, давайте разбираться в КВНовском событии очередном, имя которому молодежный сезон, второй четвертьфинал. Итак, встречаем четверку претендентов на три оставшихся полуфинальные путевки. Сегодня играют. Начнем с команды, судьбу которой определило телефонное голосование наших телеболельщиков. Команда КВН Московского энергетического института «Обычные люди». Команда КВН Московского института экономики, менеджмента и права. Станция «Спортивная». Команда КВН Томского государственного университета «Максимум». И команда КВН «Прима», город Курск. Как и в первом четвертьфинале, все команды разные, у каждого свой стиль. Свой особенный молодежный стиль, естественно, и у нашей команды судей. Продолжит борьбу в осенних полуфиналах. Прочих нас с вами ждет еще и КВНовское лето, но об этом чуть позже, а пока приветствие, очередное приветствие нынешнего четвертьфинала. Версия команды КВН «Станция спортивная». Мем. Стоп, 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 стоп! А чего это меня в танце нет? Это потому, что я белый? Нет, Дим, просто Олег Петрович сказал... Олег Петрович! Ха, вот вы меня удивляете! Давай, поехали дальше удивлять! Ну что ж, мы начинаем, и первая миниатюра – почетный караул на посту. А ну стоять! Да мне просто пройти посмотреть. Сюда нельзя. Да хотел просто посмотреть, не что... Не положено да, это. Да я хотел... Я сказал, да, не положено! Что вы странный... Стой! Да что... Стой! Да что такое? Иди отсюда! Иди отсюда! Да я... А ну, да я просто хотел посмотреть, что вы... Аэропорт Домодедово. Уважаемые пассажиры, не оставляйте, пожалуйста, ваши вещи без присмотра. Я сейчас для кого говорила, сидит тут ушами хлопает. Осенью, как я и говорил, полуфиналы и спецпроект. Зимой финал сезона. А в настоящее время второй четвертьфинал. Свое приветствие показывает команда КВН «Обычные люди» мои. Марк!
морковный сок покупайте только в нашем супермаркете. Морковный сок! Морковный сок! Приобретайте морковный сок! Морковный сок! Дима! Морковный сок! Дима! Ты же не знаешь, мы же ведь телефонное голосование выиграли и прошли в четвертьфинал. А я только себе нормальную работу нашел. Так надо собраться и... Не поясничай. Я не поясничаю. Я поведу вас к победе! Потому что кто мы? Обычные! Начинаем! И сразу случай в лифте. Ха, по-моему, мы застряли. Вы застряли? Ответьте диспетчеру. У нас все отлично! Ну что ж, дорогие друзья, и в конце приветствия хотелось бы сказать. Будь вы хоть из Курска, хоть из Томска, хоть из московского в метро, все равно вы обычные люди. Обычные люди. Готова поставить точку в конкурсе приветствия четвертая команда. Приветствие команды КВН «Прима», город Курск. Прима! 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 Не знали наши мамы, не знали наши папы, потом они узнали, и появились мы. Так появился Бродский, Есенин и Высоцкий, поэтому мы с ними стоим в одном ряду. Поехали! Так, прекратить вакханалию! Я сказал прекратить вакханалию! Какие пляски, когда в стране такое творится? Господа, случай в Курском цирке. Живые артисты, я собрал вас, чтобы объявить, что проект «Звезды в цирке 2» будет сниматься в нашем Курском цирке. Прекрасно. Отлично. Прекрасно. Замечательно. Что хорошего, не могу понять. У нас такой бедлам творится. Скажите мне, где дрессировщик слона? Ну, как только слон пропал, он сразу уволился. Да? И где сейчас работает? По-моему, на рынке мясом торгует. Слышал, мне говорят. Замечательно. Хорошо. Где канатоходец? Так он на последнем выступлении сорвался. А он, если сорвался, это ж минимум на месяц, вы же знаете. Скажите, почему ни на кого нельзя положиться? Где вот это вот? Где холодильник? Все ж простащили, клетки! Клетки и те сперли! Вчера иду по цирку, мне навстречу, пожалуйста, совершенно безнаказанно. В поисках еды разгуливают. Вы клоун! Хвост он мне показывал. Значит, вы у меня, по-моему, жонглер. Да. Давайте уберем из вашей программы номер, где вы жонглируете градусниками. Но он же уникальный. Я понимаю. Но вы выглядите все хуже и хуже. Что у меня за труппа? У меня раньше артисты были. Вон, Митрич. Я же был эквилибрист воздушный. У меня под куполом цирка до 80 лет Бэтменом летал. Ну, причем без всякой страховки. Погиб, конечно, нелепо. А как? Умер. Давайте, делайте уже что-нибудь, не сидите, давайте уже. Знаете, парни, я иногда задумываюсь,
А чем мы будем заниматься, когда закончим играть в КВН? Ну, я, наверное, все-таки стану врачом. А я за границу уеду жить. Я менеджером буду. А я без КВНа умру. А я заправку открою. Я в стриптиз пойду работать. Спасибо, нормально. Ребята, пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Что ты хотел? Озвучка на сцене представителей команды КВН «Прима», город Курск. Друзья, представьте себе ситуацию. После сегодняшней игры наш столик возвращается в свою родную деревню. Смотрим. Давай. Ну, Толик, не томи, рассказывай, как сыграли. Все нормально. Первое, как говорится, место из четырех команд. Бросаю. Пить. Не. КВН. Жениться я надумал. А что, мужик я видный, деньги у меня есть, квартира у меня была. Вот на твоей Натахе и женюсь. Отдашь? Да как же это? Она же помолвлена с Рыжим из Томска. Привет, Толик! Вот это банки на заборе висят. Ой, он мне вот сюда посмотрел. Привыкай, милая, это же Толик. Он как женщину увидит, так прямо сразу же и вот-вот, прямо вот сюда и смотрит. Да я одним глазком. А, ну тебя. Вот и живи со своим рыжим. А мы, как говорится, начинаем... КВН! Не, не КВН. Трезветь, что-то мы начинаем, вот. А, сейчас же рыжий приедет из Томска. Привет, детка! Вы проиграли! Кому? Толику? Брехать не буду. Поначалу вровень шли. Ну, а на волейболе? На биатлоне. На биатлоне. Без шансов. Эрнст мне так и сказал. Все, говорит Толян, давай ко мне. Будешь шоу новое вести. Какое? Какое шоу? Что-то со звездами. Что-то это я. Здорово. Да, скажи. Да. Толик, а что ж ты КВН бросаешь? Предложений сейчас масса. Вот зовут в король ринга пельша бить. Но ты ж знаешь, на кого я КВН оставлю? Ну на кого? Эти. Опа! В прошлом году чемпионами стали. Так что у меня все шансы. Вперед, Курск! Право, последний четвертый конкурс второго четвертьфинала. Музыкальное домашнее задание. Этот жанр предполагает любое проявление КВНовского творчества. Шутки, песни. Команды сами выбирают, чего больше будет в их версии. Музыкальное домашнее задание. Команда КВН «Обычные люди». Прошу. Еще раз добрый вечер. Что, необычные люди? Необычные. А теперь давайте из Подмосковья плавно перенесемся в центр Москвы, куда так мечтают переехать многие необычные люди. Итак, центр Москвы, суши-бар. Молодой человек, а что такое фуга? Фуга – это ядовитая рыба, приготовленная по специальному рецепту. Дайте одну. Я не буду. Тогда не надо. Дим, что-то я так проголодалась. Лена, ну что ты дома не ешь, а? Вот что ты вечно голодная в ресторан приходишь? У нас дома хлеб плесневеет. Этот мороженый хек уже живет в морозилке дольше, чем твоя мама у нас. Это мы у нее живем, Дим. Лен, не начинай опять, а? Я уже три года на диване в газете ищу работу. Ты знаешь, как это сложно? Кстати, где эта подруга, которая к нам постоянно приходила, твоя? Красивая. Почему больше не приходит? Она беременна. Кто ее так? Не знаю, спрашивала, не говорит. И не спрашивай больше. И не звони ей вообще, телефон сотри, пусть сама разбирается.
А ты себе другую подругу найди, еще красивее, чем эта. Дим, ну зачем ты к маме моей приставал? А зачем ты на работе задержалась, Лен? А где часы, которые я тебе подарила? Лен, а где я всю неделю был, а? Ты знаешь, какие у вас в ломбардах здесь жмоты работают в Москве, а? И вообще, почему ты скрываешься от милиции? У тебя что, проблемы с законом? Ну как проблемы? Тоже проблемы. Как? Недосказанность. Ты же меня знаешь, я долго не люблю на одном месте сидеть. А они мне как раз это хотят предложить. Давай, расплачивайся и пойдем отсюда. А я деньги забыла. Где? В банке. А чайный гриб ты в банке не забыла, а? Так, молодой человек, идите сюда. Вот вам карточка. Но мы не принимаем карточки Арбат Престижа. Вот ненавижу эту Москву. Вот понадают разных карточек непонятных, а? Вот возьмите эту. Проездной на метро? На месяц! Сегодня 31-е. Ну ты нудный, а? Был бы сегодня первый, я тебе фиг бы его дал, понял? Дима, ты меня любишь? Конечно, люблю. Как же простой парень из Саратова может не любить москвичку с квартиры, а? Девчонка, девчоночка, темный мальчик.